Житель! Житель! Житель, иди сюда! Кто-нибудь из вас, придите сюда! Идите сюда! Житель, идите сюда, кто-нибудь! Что, глухий? Как вот тебе? Так, короче, там деревня продолжается строить, я тебе отвечаю, там шикарно. Пока никому не рассказываю. Я просто сообщил, что деревня строится, она очень хороша. А вы вчетвером уже слышали? Ну ладно, ладно, вы... Нет, вот это не считается, так что три. Так что, знаете, строится новая деревня. Четыре, все, запомните, никому не рассказывать. Все сообщил, угу. Теперь жители рады. Так, как там деревушка? О, да, все хорошо. Все вообще отлично. Вот этих два домика мы построили в прошлой серии. Кстати говоря, всем здорово, ребята. У нас сегодня новая серия выживания. В этой... в предыдущей серии. Посмотрите ее обязательно. Вот. Мы построили раз домик и два домика. Вот такой вот мы построили. Вот это мне больше всех понравился. Здесь у нас верстачочек. Здесь у нас кровать. Не бойтесь, ребят, жители умеют залазить по лестницам. Если что, кто не знал. Да, они умеют. Я видел это собственными глазами. В этой серии я думаю нам построить загон для животных. Именно для жителей. Или огород. Хотя огород у них есть. Я думаю завести им животных. Вот прямо вот сюда. Вот сюда вот прям разместить загончик, где будут жить наши животные. Чтобы они за ними ухаживали. Так, погнали. Так, у меня есть много-много поводков. 8. Шок-контент. Так, погнали, сейчас быстренько скрафтим заборчики. Заведем их. И потом, можно будет, ладно, мы построим один огород, маленький огород. Чтобы некоторые жители не бегали через всю деревню, чтобы главное поработать. Так. Поберем поводочки и побежали. Сейчас построим. В этой серии мы, наверное, домиков строить не будем. Мы, наверное... Я хотел сказать, честно говоря. Так, ну вот здесь вот я уже и выбрал. Давайте вот так вот так. Так, вот так. Вот так. Вот так вот. Угу. И вот так вот так вот так. Угу. А, как вы меня это бесит. Ненавижу. Так, подожди, где-то же тут верстак есть. Ага, вот верстак. Сейчас быстренько скрафтим. Угу. Я думаю, там у нас будут жить овечки. Овечек. Или, подожди, у меня овечки же две осталось. Грустно. Ё-моё. У меня кашель, ребят, жесткий, капец. Кто тоже кашляет, напишите в комментариях. Сейчас абсолютно все что-то болеют. Так, у меня даже три овечки. Все плохо у нас. Давайте коров, да, приведем новых, хотя... Я знаю, что мы сейчас... Короче, пойдем сейчас покормим. Покормим. Опа, покормим быстренько их. Вот у нас. Так. Опа-опа. Угу. Так. Где вот, опа. Ай, больно. Я именно туда овечек хочу. Чтобы у нас было больше овечек. Чтобы если у меня, например, закончили овечек. Я взял их, пришел к жителям и забрал... И взял у них пару овечек или еду. Тебя и тебя. Тебя, Демилки. Так, нет, да господи, как же сложно с вами, иди нафиг. Демилки. Так, пойдем, да ты дура. Нет, вы тупые или как, уйдите отсюда. Ты тупой. Ты тупой. Иди нафиг. Так, нафиг, стой! Ты останешься одиночкой, к большому сожалению. Ну, как бы потом, если возьмем и переведем у жителей. Все, пойдемте, овечки. Я вам отвечал, у вас будет шикарная жизнь. Просто люкс.
люкс. Да, не эконом, а люкс. Вы просто охренеете сейчас. Хотя вы жили, да, реально в нормальном доме. А сейчас вы попадете просто в загон. И вас сожрут волки. Пофиг. Так, давайте сюда. Заходим по очереди. Так, пропусти, пропусти мелкого. Да ты тупо, о боже мой. Вы чё такие тупые? Пройдите вы уже. Все, наконец-то. Господи, какие вы сложные. Да иди ты, ой, тупой. Все. Кушать, все. Все, спите. Я пошел. Потом мы их будем там же деревни развивать. Так, ну, можно сейчас будет приручить. Реально приручить. Или не приручить. Или приручить. Или не приручить. Блин, даже не знаю. Блин, на самом деле бы хотелось уже начать строить стену. Потому что блоков просто до хера. Просто взять, давайте сейчас посчитаем, посмотрим, где мы будем строить домик. Так, у нас... А, мы же огород. Ну, сделаем, ну, здесь у нас... Ничего, думаю, мы это застроим. У нас нападение на деревню. Давай, 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 давайте. Опа, мазилы, мазилы. Ай, больно, мужики. Бам. Да. Ой. Опа, 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 опа. Давай. О, их там четверо, господи. О, боже, откуда у вас столько берется? Сейчас, короче, пойдем, ребят, построим этот огород. Огород у нас будет, давайте, 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 давайте вот здесь, рядом с большим огородом. Вот здесь вот прям мы сейчас построим. Или? Не, давайте, вот здесь будет дом, вот здесь вот будет дом. Сначала давайте посмотрим, где у нас дома будут. Так, у меня, кстати говоря, есть золотая морковь, да, ребят. Здесь у нас будет дом. А у нас дом, давайте, еще будет, тут не будет. Вот здесь вот еще построим один. И, в принципе, домов будет достаточно. У нас потом еще один огород прибавится. И, в принципе, все, деревня построена. Нам еще получается два домика и один огород. И все. Ребят, жизнь налаживается. Ну что, погнали? Погнали. О, огород, огород, огород. Да, сегодня построим огород. Потом и... О, как... О, ля. Ля какой. Ля-ля-ля. Мощь, просто мощь. Да нифига себе мощь. Что за скелет у нас тут богатенький? Скелеты прям... В последнее время скелеты прям богаты. Зачарованными луками ходят, которые на мощь зачарованы. Что происходит? Так, вот. Это, ребята, уже 41-я серия выживания второго сезона. 41-я. Вы слышите, 41-я? 40. Так, опа. Так. Где бы... О, давайте вот здесь построим. Вот здесь вот прям, вот здесь вот. Я прям как только это место увидел, мне сразу оно приглянулось. Потому что оно прям тут для огорода подходит. Сейчас добудем земли. Угу. Огород будет маленький. Я не знаю, каким волшебным образом мы будем... А хотя у меня есть вариант. Через лодку точно нет, потому что пока я буду одного вытаскивать, выбегут все остальные. Мы построим подземное метро. Прямо у них в старом доме. Построим, потом кого-нибудь загоним, они поедут. И все, ребят. Они просто сами уедут, да, и все. Я могу так затопцать, нет? Затопцать. Опа. Все, погнали. Огород будет маленький. Давайте вот так вот. Вот. Так. Угу. Так, здесь у нас будет вода. Получается, опа, опа, опа. 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 Опа, опа, опа. Вот. Значит, надо раз, два, три, пять. Нам нужно еще пять таких маленьких блока. Так, ну давайте вот это добудем.
Мы как бы полностью добудем, потому что она потом просто висеть будет вверху, а меня это бесит, ребят. Не знаю, почему меня это бесит. Стримов, ребят, давно не было, но когда вышел первый стрим, ну, спустя 3-4 где-то месяца, мы сказали о том, что стримы не будут всегда прям выходить. Мы будем пытаться их выпускать. Вот. На этих выходных, по крайней мере, попытаемся. Я вообще не уверен, что мы выпустим стрим. Но все возможно, ребят, все возможно. Так, опа, перепрыгиваем. Фух, я бы хотел сегодня приручить, наконец-то, кошку для нашего рыжего. Потому что он просто бродяга. Просто один. Один, одинокий. Просто. Живет один. Учится один в школе. Вот у него подружка появится, они будут вместе с ним. Лично с ним вместе. Так. Где-то тут у нас было ведро. Или у меня есть ведро? Я что-то не вижу. Отлично. Так, побежали. Приручим кошку. Так, у меня как раз есть где-то удочка. Потом мы в будущих сериях обязательно, ребят, попытаемся сделать склад. Потому что в первом сезоне выживания у меня был склад. Я это прямо отчетливо помню. Опа. Так, придется сейчас все по полной загружать. Ну что ж, начинаем. Быстренько. Опа. Мне пришлось 4 ведра. 4 ведра. Ядрить, колотить. Так. Быстренько. Опа. О, еще же мотыга. Ядрить и колотить. Сколько же. Просто капец. Так, я выброшу лишние предметы, потому что они просто бесполезны. Все, иди в жопу, вот этот мусор. У меня где-то была мотыга, я это отчетливо помню. Она у меня где-то вроде как лежит. Вот, да. Я же говорил. Давайте там посадим у них морковку. А, давайте картошку и морковку. Картошку и морковку. Побежали. Побежали, побежали. Приручим кошечку, ребята, будет вообще все замечательно. Никому скучно не будет. Так. Еще надо будет косечки нашему. Ну, нашим. Ну, лисица нашей. Лис наш. Мой лис. Сейчас я вам его покажу, сейчас быстренько засадим. Опа. Потом ему найдем еще невесту. И вообще все шикарно будет. Ну, я, по крайней мере, надеюсь. А жители уже там сами разберутся. Все, ребята, вот такой вот у нас огород. Вот, кто не понимает, кто такой Костя и вообще, что, кто такой Костя? Вот. Вот он. Он меня вообще не боится, он, по сути, мой родной сын. Типа, если покормить две лисы, получится логично маленький. Получится маленький. И он, типа, будет вас защищать. Если меня сейчас, например, кто-то ударит, он, например, начнет его кусать и защищать. Он меня не боится, он вообще пельмешек. Костя, здорово. Эти от меня логично бегают. Тут Маруся и... я забыл, так. Стойте, мужики. Маруся и Геннадий. Геннадий точно. Так, вот. Ну, а теперь надо пойти добывать рыбу. Мы прям вот здесь вот добудем быстренько. Я видел там белую кошку. Думаю, белая кошка прям подходит для рыжей нашей. Думаю, прям подходит. Угу. Ну, так, здесь у нас где-то была удочка. Прибежали, мне показалось. Где-то была у нас удочка. Так. Так, здесь тоже ничего. Вот. Удочка, это шикарненько. Быстренько, опа, опа, открываем и начинаем ловить рыбу. Есть эта белая кошка. Кстати говоря, как вы заметили, смотрите, я обновил у нас школу. Она у нас теперь вот с такой вот крышей. Все, ребят, я буду ловить рыбу. Наловлю, думаю, 5 там. Ух ты, как резко она. Короче, все, я буду ловить рыбу. Угу. Я набрал 4 рыбы, и когда я вылов, смотрю, 10? Ни хрена себе.
У меня, смотрите, я могу делать черного красить. О, я сейчас пойду кому-нибудь покрашу ободок. Не просто 10 вот этих чернильной херни выпало. Охренеть, ну у меня 4 рыбки, надеюсь, хватит. Так, где у нас тут? Перчик. Ты у нас будет черный. А, подожди, а ты кто у нас? Кто ты у нас? Я тебя как-то назвал? Вот рыжий. Вот Лиза, вот Рич. У меня нет. Жопа, короче. Что, короче, ты будешь здесь. Все, рыжий, я пошел тебе искать. Где-то мы же видели белую кошечку. Белая кошечка, она мне очень понравилась. Она мне приглянулась. Такая белая, такая красивая. Так. Она же где-то поблизости гуляет. Чуть не затоптал. Так, где она? Где? Кошка. Это ромашка. Кошечка, иди сюда. Куда ты уже успел свалить так? Ого! Коров кто-то выгуливает. Нифига кто-то на это выгулил, чтобы погуляли, покушали травку. Вот это я понимаю. Походу мы тут не найдем. Давайте у жителей домиков поищем. Потому что, возможно, будет у них. Они же спавнят этих кошек. У вас что, даже сегодня кошек нет? Ядрить, колотить. Иди сюда. Без разницы, белая, не белая. Иди-ка сюда. Давай. Как я ненавижу это, когда вот ты приручаешь. О боже, сейчас мы еще словим. Давайте 3. Я вам вернусь. Ты не бойся. Да ты издеваешься. Сколько для тебя нужно грибы, чтобы ты нажралась? Боже мой. Если сейчас, давай, вот сейчас честно, я налюблю 3 рыбы. Если она не приручится, то отменяется все. Слушай, ты кошка, ты сейчас вообще в лес убежишь, ты дура. О боже мой, обязательно нужно, чтобы... Что ты, о боже мой, как я ненавижу это. Давай быстрее подкрадывайся, господи. Иди-ка сюда. Пошла в жопу отсюда. Ладно, хорошо. Я сейчас вот еще половлю рыбу, и если она не приручится, то я не знаю, что я сделаю. Я словил рыбу, кошка не приручается. Значит, сегодня приручение кошек. Так, сегодня нет, нет ничего. Идем добывать рыбу. А хотя бы... О, я даже что вспомнил. У нас же есть рыбак. У нас есть рыбак. Он же продает вроде за нить. А, он и за рыбу продает. Шикарно. Хотя у меня появился план. Тогда я точно приручу кошку. Я добыл 7 рыбы. Я просто заплыл в воду. И... Вы сами видите результат. Мы сейчас попробуем тут приручить ту красивую кошку, которую мы только что видели у жителей. Они все-таки соспамнили. Так, где-то хоть бы она здесь гуляла. Угу. Стой, пожалуйста. Ну-ка. Тихо. Да! О, господи, все, пойдем. Господи, так, подожди, иди нафиг. Она сейчас со мной ляжет, по логике. Да? Ты мне что-то принесла? Нет? Или да? Так, кошечка, пойдем-ка со мной. Сейчас она ко мне просто телепортирует. Иди нафиг. Все, пойдем на-ка. Просто с первого раза. Почему так кошка с первого раза не приучила? У меня 6 еще рыбы осталось. Пойдем, кошка, пойдем. Так, крыжня.
Пойдем, пойдем, пойдем. Я тебе отвечаю, у тебя будет шикарная жизнь. Так, давайте назовем ее... подумай, в следующей серии подумай. Вот такая вот у нас компашка. Сегодня приучили новую кошку. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Увидимся с вами в следующих видео. Ссылка на мой телеграм в описании. Там вся информация. Выкладываю моду. Все. Всем удачи и всем пока.